Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы приехали в Калужскую область, чтобы осуществить трехдневный сплав на байдарках. И по пути заехали посмотреть заброшку. Старинную усадьбу. Поселок Павлищев Бор. Такая довольно большая территория, куча строений. Не так давно заброшена. Постройка середины 19 века примерно. Загуглил немного тему. В общем, это главный дом усадьбы Степановская Павлищева, бывшая усадьба дворян Степановых на берегу реки Теча в Юхновском районе Калужской области. Самая верхняя точка усадьбы, башенка такая маленькая. Посмотрели усадьбу, теперь едем смотреть заброшенную церковь в деревне Зубово. Так, расскажите, что сейчас происходит? Я сижу. Да, отвезут меня. Спасибо, что не в кузове, да. Не в мешке. Что-то сдай спринтер, купим себе для мототрипов. Я когда с ребятами на охоту или куда там на рыбалку едем, мы ставим спальный диван сзади, кузов, и не надо палатку с собой. Ну, там стол в конце, ставим стулья, стол полноценно, два человека спят, остальные там, где палатка, соответственно, хозяин спит на своем месте. Речка, мост. Так выглядит толпа, которая сейчас погрузится на байдарки. Сейчас самый интересный этап. Короче, вот такой тайминг. Вообще еще походит. Сейчас мы космический корабль соберем. Вот берешь и ставишь у себя снизу. Так, уважаемые подписчики, мы на финальной стадии. Одна уже собрана, практически без дыр. Вон там скотч вовсю. Еще походит. Черпак, сидушки нет. Да, на веле хотя бы сидушка есть, а тут нет сидушки. Где? Вот здесь, здесь, а у вас тоже. Народ, вы все знаете, ну, без шуток, кстати. Реально тут змеи, тут гадюки, да, поэтому с ними тут аккуратнее. Жена плюс собачка, муж плюс змея. Мне кажется так. Я вчера пропустил этот момент сбора, когда я понимаю, что я загнал Таху, поставил перед ним вот эти все столы свои, да, вот эти верстаки. Закрыл ворота и понимаю, что под Тахой сзади остался гермешок. Я как начинаю двигать, у меня цепляется стол тиски. Я просто беру вот такой стол, как вот так вот выкидываю в этот, на дорогу, он складывается весь. Я думаю, ну хорошо, мне из стола самое важное, что тиски. Я подхожу, беру, завожу бензопилу и из стола вырезаю так, тиски с таким куском стола. Остальное просто выкидываю. Есть рюкзаки? Вот это супец. Ну, по крайней мере, становится понятен разговор про киляне. Единственное, что мне кажется, что пива мало. Но мы будем в деревню проезжать. Надеюсь, там есть овощная лавка. Стойте! Пиво дают! Так, уважаемые подписчики, утро.
второго дня. Поели, прособирались. Начинаем наш сплав дальше.